На пульт пожарно-спасательной части передан сигнал. В районе села Джигинка на очистных сооружениях произошла утечка хлора. Пожарные стремительно разворачивают рукава и подают водяные завесы, чтобы ядовитое вещество не распространялось дальше. Впрочем, волноваться не о чем. Это учебная тревога. Следом за пожарными на место прибывает служба МЧС и бригада скорой помощи. По легенде, на территории очистных сооружений есть пострадавший. В специальной химзащите спасатели эвакуируют его за пределы опасной зоны, где ему окажут первую медицинскую помощь. По завершении аварийно-спасательной работы с помощью газоанализатора специалисты замеряют концентрацию опасных веществ в воздухе. Параллельно с ликвидацией утечки происходила оперативная эвакуация людей из ближайших соцобъектов в пункты временного размещения. Вот в целом задачей, поставленной задачей наших сегодняшних учений, личный состав РСЧС города справился. Всего в учениях были задействованы 64 специалиста и 16 единиц техники. Тренировка показала хорошие навыки и слаженность действий экстренных служб. Когда речь идет о безопасности населения, промахов быть не может. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа регион.